Добрый день. Сегодня я вам расскажу, такой сделаю обзорчик. Вчера съездил в магазин, купил себе вот такой вот ножичек. 25 в одном, ремилинг. Что я о нем? Ну, то есть, вот, ну, видно по рисунку, что это такое. Ну, китайские, что о нем можно сказать? Около 200 рублей стоит. Так вот. Ну, мне хотелось ножик именно с функцией вот этих... чтобы биты можно было вставлять. То есть я один сейчас переделываю, сам из такого. Ну, тут что-то около 200, я что-то ходил, думаю, возьму. Посмотрим, что у нас. Ну, вот набор бит. 3, 4, 6... 5 шестигранников, 3 крестовых отвертки и 3 прямых. В принципе, набор довольно универсальный, потому что мне как раз надо было с шестигранниками. Хочу вот я вместо шестигранников возить с собой один мультитулс. Когда на велосипеде езжу, а там как раз нужны шестигранники. Вот это, то есть, как раз именно то, что мне надо. Вот. Плюс вот такая вот штуковина, это как раз держатель. Ну, что я скажу, сразу скажу чехольчик. Чехольчик слишком длинный, и вот он, ножик лежит, сейчас я, то есть, он большеват для него. Вот, то есть, вот, получается, вот плотно закрыть, и липучка оказывается ниже. Вот он так вот должен быть, но его можно закрыть вот так. Поэтому здесь вот, видите, еще вот он болтается. Вот. Дальше. Сейчас я записывать эти биты не буду, поверьте на слово, но вот сюда вот оно еще что-нибудь влазит. Вот он по ширине тоже он широковаст. Вот это. Ну, то есть чехол хороший, но нет этого ножа. То ли они у них еще какой-то есть нож, может они как бы делают, ну, один, чтобы не возиться. Вот, непонятно вот эти вот штучки, для чего закругление. Вроде как оно удобнее, симпатичней, но на самом деле это лишний металл, лишняя длина. Потому что, если, скажем, ну, не на поясе он у вас, а где-то лежит в сумке, еще то это лишний только объем. Вот, здесь вот сделано типа ключей с этих сторон. Вот, ну, может быть, они, даже не знаю, не пробовал еще. Дальше что? Ну, ну, металл как такой, китайский, средний, все немножко кривоватое, ну, вполне прилично, вот. Плоскогубцы, качество не проверял еще, не щелкал. Что-нибудь надо, какую-нибудь скрепочку перекусить, поглядеть, что получится. Ну, как обычно, вот меня всегда поражает, почему не сделать ножик длиннее. Вот тут сантиметр, и нож можно сделать длиннее было. Потому что бывает, все равно длина, ну, никогда не помешает, мало ли, кончик отломится, еще что-то сточить придется, а тут, вот. Вещи тут якобы, вот здесь есть типа фиксатор небольшого, вот. Ну, то есть, лезвие, видите, сами малюсенькое. Дальше. Набор вызывает, так сказать, немножко недоумение сам набор. Сейчас вы увидите. Вот есть ножик для вот этих консервы открывать. Полезно еще. Вот это отвертка. Но если у меня с собой набор бит, зачем мне отвертка? Еще одна, которая не так удобна, как та, потому что она какая-то такая, не понять какая. Вот поэтому, в принципе, вещь ненужная. Дальше идем. Что у нас? Третье, то есть не четвертое лезвие с этой стороны. Открывашка, и здесь она тоже плоская, как отвертка. Ну, как отвертка это хорошо, а открывашка тоже хорошо. Вещь, скажем, нужная. Вот. С этой стороны начинаем. Вот такая вот штуковина. Это, по-моему, рыбу чистить, если я не ошибаюсь. И с напильником. Почему не сделать был напильник с другой стороны? А вот здесь считать полнапильника этим вот выемкой для открывания. Это что-то, по-моему, там крючки тоже для рыбаков. Я не рыбак, поэтому плохо знаю. Здесь линейка, но вот она, нужна ли она? Вот подороже, которая там линейка вот здесь сделана на рукоятке. Соответственно, она и удобней. И напильник можно было сделать лучше. Вот. Дальше. Вот эта вот штука сделана, на нее одевается битодержатель. Вопрос. Зачем, почему не сделать было сразу биты, ну, вот, просверлить отверстие в битодержателе и просто одевать, ну, чтобы не одевать его, чтобы он сразу был. То есть, это бы был, ну, как сказать, на одну сюда биту бы больше влезло при том же раскладе. Или еще что-то можно было положить.
Ну и опять же, получается, он нас и тут одет, и там одет, что-то махнул, улетел. И опять же, или там потерял ты его. Скажем, потерял биту, пошел и купил. А потерял вот этот вот битодержатель на вот такой вот квадрат. Уже и где его взять, неизвестно будет. Вот. И, ну, то есть, вот лишнее, как сказать, кусок вот здорового железа, который не нужен. По большому счету, можно было без него. Дальше, что мы с этой стороны еще видим? Третье лезвие. Это опять открывашка. Зачем две открывашки? Вот для меня загадка. Что, если так важно, чтобы там, если одна сломается, а мы пиво не могли открыть, надо еще одну. Умрем. Вот. Ну, то есть, вот можно было вот сделать как раз вот он чуть-чуть шире, если бы вот сам весь кружочек был. Вот этот как раз не нужна. То есть, было бы самое то напильник. Ну, и, конечно, лучше была бы пила, чем нам, для меня. Чем это, ну, может быть, там, для рыбака это именно то, что надо, поэтому спорить не буду. Но вот две открывашки, вот это вот минус, на мой взгляд. А, вот. Что еще? Ну, рукоятки, что вот здесь закруглены, да, довольно удобно, что вот как-нибудь вот так бывает берешь. Ну, по-разному же бывает, как-то бывает, куда-то надо далеко подлезть или там сильнее вот открыть. Это неплохо, вот что вот они, ну вот это, ну, можно было как-то, ну, не знаю. Ну, оно не так важно, потому что, как сказать, я все-таки считаю, мультитулс это такой на всякий пожарный, как говорится, случай, а не на, ну, для, я как расцениваю. Ну, есть тут сейчас вероятность, что мне он будет нужен чаще, как сказать, не как пожарный, а как такой. Ну, это уже есть, возможно, еще, как говорится, вот, ну, это отдельный разговор. Вот, то есть, ну, соответственно, прямой было бы, ну, не хуже, а короче, меньше, соответственно, можно положить. Ну, насколько этот качество, ну, сшиты они, вот, как, в принципе, как все эти. Вот такие, сейчас давайте я нажму паузу, возьму скрепочку, погляжу, как он кусает, не кусает, вот что-нибудь такое. Так, продолжаю, ну, вот, на мой взгляд, как сказать, это мультитулс, это никак не кусачки. Но скрепку должны откусить они, нормальные, вот. Старая советская скрепка, погнутая, используется для каких-то... Так, сейчас, минуточку, поглядим лишнего, чтобы... Оп! Вещей, ну, бывает, вот мало ли, вот вы пошли на работе, вам в офисе надо что-то там сделать, и что у вас есть, вы сидите, там, вы офисный планктон, что у вас есть на работе скрепки, а вам надо что-то из нее там согнуть, выгнуть, отремонтировать. Что у нас получилось? Ну, кстати, откусил без проблем. Вот. Это плюс. Потому что у меня у знакомого есть, я почему на скрепках это, также сидел в офисе, что-то понадобилось сделать. Достал мультитулс, у него притом не самый дешевый был. Ну, не крутой, ну, какой-то китайский, ну, такой, который подороже, покруче, там, здоровый, там, какие-то такой, с какими-то там фиксаторами, как-то там, ну... Довольно выглядел солидно, но после откусывания скрепка, не помню, откусил он или нет, но вот здесь вот остались у него вот эти вот, ну, вмятина просто, что он. Оба, а у меня что это за вмятина? Это, ребятки, дайте я сейчас. Такое ощущение, что и здесь вмятинка осталась. Дайте я сейчас нажму паузу и еще несколько раз щелкну, проверить. Так, несколько раз щелкнул, нет, ничего, это, видимо, ну, так сделано кривовасто, это, не, я уже думал, что у меня здесь вмятина осталась. Не, вот я три штучки откусил, все нормально. Вот, ну, для 180 с чем-то он стоит, ну, по-моему, да, как сказать, за эти деньги вполне, как сказать, ну, на это он и стоит, то есть не хуже. То есть вот 170 стоит у них разводной сейчас ключ, и вот как я, у меня есть обзор мультитулс. Ну вот он не стоит, на мой взгляд, и 90 за него, это так, многовато. Но за этот вот это стоит. Ну вот 300 у них какие-то такого же типа, может чуть лучше. Вот, и это, по-моему, тоже не стоит уже. А вот для такой... Ну вот такой вот мультитулс можно купить в Ашане. Спасибо, ну и в других магазинах, я думаю, тоже там они. Вот. Спасибо за внимание, всего доброго, удачи, интересных самоделок, поделок.